Приветствую вас. Единственный способ, который я знаю для того, чтобы решить вот, собственно, проблему, которую вы описываете, это на самом деле быть честным. То есть честность это тот способ, который я знаю для того, чтобы общаться с людьми. Этот способ не исключает какой-то болезненности, этот способ не исключает какой-то уязвимости, этот способ не убирает возможность причинения вам боли, этот способ не убирает возможность неудачи. Этот способ не идеален в этом плане, как, наверное, и любой другой способ. Но мне кажется, что это единственная возможность быть собой, вот, как мне кажется. Мне кажется, это единственная возможность для вас быть собой, быть самой, самим, точнее, простите, самим собой. Это для вас единственный способ. Конечно, могут быть и другие. Более того, способы могут быть, как бы так сказать, способы могут быть манипулятивными. То есть есть такие манипулятивные способы, вот, которые позволяют добиваться каких-то целей, да, каких-то результатов, по сути. Вот. Но это все не настоящее, как мне кажется, по крайней мере, как мне видится, по крайней мере. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот. И, в общем-то, это та самая позиция, которая, как мне кажется, вам нужно придерживаться, что ли. Понимаете, да? Вот. И которая может вам позволить быть собой, вероятно, позволит вам быть самим собой, вот, позволит вам быть настоящим, не скрывать свои чувства, вот.
Конечно, у этого есть ответственность определенная, у этого будут последствия определенные, но тут уже во многом все решается с вами. То есть, если вы считаете, к примеру, что это того стоит, да, вот, если вы считаете, что так или иначе, это того стоит, то такой будет ваш выбор. Если вы считаете, что это того не стоит, то ну, значит вы выбираете действовать иначе вы выбираете действовать по-другому. То есть я не думаю, что здесь можно и нужно игнорировать ваш выбор, ваше решение. Потому что сами себе решения, они не идеальны, они не могут быть идеальными, но если у вас есть выбор, то это решение становится ну, значимыми для вас, если можно так сказать, становится значимым для вас. И, соответственно, если эти решения становятся для вас значимыми, значит вы в них себя реализовываете. Вот, что является, в общем-то, наверное, самым важным в данном случае. Конкретно. Вот. Это то, что я хочу вам сказать, то, что я могу вам сказать, то, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот и с точки зрения таких вот социальных проблем, потому что других людей, в частности своего директора, вот, вы не поменяете, ну, потому что это невозможно, невозможно заставить измениться человек. Вот. Если он не хочет, если у него нет мотива, ну, можно столкнуть его, то бишь человека, столкнуть с вашей естественной реакцией. Вот. Это уже может само по себе к чему-то привести, к чему-то интересному. Вот, к чему-то живому, к чему-то живому, к чему-то такому, что и вас реализует. И начальнику даст опыт чего-то необычного для него, нового, интересного, вот, и так далее. Я не думаю, что психолог там ну, такой тот человек, который будет научать вас, как-то, ну, например, обманывать, играть. Вот, я просто не думаю, что это
наша. Ну, я не думаю, что это наша история. Я думаю, что бренд как раз заключается в том, чтобы вам помочь научить вас быть собой, самим собой. Вот. И, собственно, в этом я видел бы свою задачу, как, ну, как терапевт, да, как психотерапевт, как специалист. Вот. А еще такая вот, мне кажется, не совсем тривиальная задача, ну или, может быть, мне бы хотелось так думать, что она нетривиальна. Это посмотреть, насколько вам интересна ваша работа вообще. То есть, ну вот то, о чем вы говорите, о чем угодно, на самом деле, свидетельствует, кроме разве что, только того, что вам нравится то, что вы делаете. То есть вот есть у меня вот такое, если хотите, подозрение, что вам не очень нравится ваша работа. Или она вам не очень интересна, или она вам не очень нравится. Вот. Почему я так решил? Потому что вам интересно, интересно отношение с... вам интересно отношение с директором, нежели чем отношение, ну, чем, нежели чем ну, ваша деятельность, скажем, ну, скажем так, да, скажем так. Мне кажется, что это, ну, как минимум, это тревожный такой знак, тревожный такой сигнал. Вот. Мне бы не хотелось, чтобы вы были в этом состоянии. Мне бы хотелось, чтобы вы были несколько в другом, несколько в другой позиции. Мне бы хотелось, чтобы вы были, ну, более, что называется, в ресурсе больше, что называется, в контакте, вот, и так далее. А сейчас, мне кажется, вы находитесь в деструкции. Вот. Вы можете сказать, что я не могу работать там из-за этого и т.д. и т.п., ну, я здесь с вами, наверное, соглашусь, вот, потому что, может быть, вам, ну, не дает работу действительно, вот, я не спорю с вами, что вам действительно, может быть, не дает работать. Но моя задача все-таки заключается вот в том, чтобы помочь вам не потерять себя в этой ситуации. Вот. Если вы позволите мне это сделать. Если вы захотите стать как бы ближе вот к себе, себе самому, да, то
Мне кажется, никто, абсолютно никто вам не сможет помешать. Ну, в этом, по крайней мере. Вот, такой, собственно, ответ вам у меня есть. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы для себя сделаете определенные выводы. Вот. Мне бы очень хотелось, чтобы вы посмотрели, как вас задевает эта ситуация вообще, если задевает. Ну, я имею в виду. Как она вас задевает как она вас напрягает, эта ситуация. Лично вас, потому что вы описываете это, я бы сказал, несколько отстраненную такую историю, да, то есть вот, ну, как будто вас нет в этом, что, я бы сказал, немного тревожно, потому что, ну, потому что вы как будто бы отказываетесь это переживать. Может быть, для вас это болезненно. Может быть, вам это болезненно, может быть, но как бы это, мне кажется, избегально. То есть, ну, мне кажется, что это избегальный процесс такой. Вот. Поэтому, на мой взгляд, будет лучше, если вы, может быть, с помощью психолога, может быть, с помощью психолога, позволить себе прожить вот эти чувства, болезненные чувства свои. Вот. И сможете стать несколько более свободным, чем сейчас, по крайней мере, да? Понимаете, что я хочу сказать. Вот. Такой вот ответ. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен за обратную связь. Вот. Если вы захотите ее предоставить. Вот, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет максимально успешно разрешена без серьезных затрат с вашей стороны. Вот. Но, конечно, с терапией вам было бы гораздо легче.